Приветствую всех. Меня зовут Горбачев Владимир. Сейчас мы находимся в прекрасной Флориде, в городе Орландо. Это один из элементов нашего ведения бизнеса. Но я вообще-то хотел сказать немножко не о том. Я хотел сказать о тех перспективах, которые есть в настоящее время у всех партнеров, независимо от того, где они проживают. В Молдове, на Украине, в Белоруссии, России, в Америке, в любой стране, где работает компания MSP, у каждого партнера есть сейчас потрясающая возможность. Что это за возможность? Это начало бизнеса на рынке Евросоюза. Почему я говорю именно о рынке Евросоюза? Ну, буквально несколько дней назад я приехал сюда, в Орландо, из Германии. Я там провел 2 недели. У меня было множество встреч с различными дистрибьюторами, потенциальными дистрибьюторами. И я хочу рассказать об одной встрече, очень интересной, которая мне состоялась с одним лидером из Германии, который занимается этим бизнесом уже 1 год. Очень интересная история этого молодого парня. Он пришел в этот бизнес, потому что ему понравилась продукция. Это первая причина. Вторая причина. Когда он начал изучать рынок Германии, в других сетевых компаниях, просто в магазинах, продукцию аналогичную, то он понял, что продукция MSP на 20-50% дешевле по сравнению с другими конкурентами. После этого, когда он понял, что продукция очень высокого качества и она действительно выигрывает по цене у других компаний, он решил посмотреть, какой маркетинг-план в MSP и у других компаний. И что он заметил, что он понял. Он понял, что компания MSP предлагает действительно самый лучший маркетинг-план на рынке Германии. Почему? Потому что в компании MSP для того, чтобы получить вознаграждение за работу структуры, достаточно сделать товарооборот на 75 евро, это с учетом доставки продукции из Британии в Германию, и все. То есть личное потребление продукции буквально на 75 евро. Он пользуется постоянно такими продукторами, как хлорофилл, ТНТ, омега, лецитин. И этого достаточно, чтобы получать вознаграждение за работу структуры. В других компаниях в Германии нужно делать минимум несколько сот евро для того, чтобы получить вознаграждение. И поэтому он говорит, лучшего маркетинг-плана для Европы, для Германии в настоящее время нету. И когда его спрашивают, вот в настоящее время пока нет сертификата в Германии, хотя они уже поданы на сертификацию, продукты многие. Он говорит, пускай будет побольше времени, того времени, когда продукция еще не сертифицирована, потому что он сейчас создает сеть потребителей и бизнес-организаторов. А когда будет продукция сертифицирована, с этого момента начнется бурное развитие бизнеса, и тогда те партнеры, кто создаст уже хороший задел на рынке Германии, окажутся в более выгодной ситуации по сравнению с теми, кто ждет, когда будет сертификация. Поэтому я всем говорю, начинайте бизнес сейчас, не ждите, когда пройдет сертификация. Сейчас действительно уникальная возможность у каждого из вас есть начать мощный бизнес в Евросоюзе. Желаю всем успехов и до встречи на следующей лидерской конференции осенью в одной из стран Германии. В одной из стран Европы. Спасибо, успехов вам!